Сдать тест на ВИЧ и получить результат через 10 минут. В Ульяновской области работает мобильная лаборатория центра СПИД. В этот раз медики принимали на улице Хрустальной. Сегодня ВИЧ в большей степени проявляется у людей от 30 до 50 лет. При этом среди молодежи число зараженных сократилось в разы. По словам врачей, молодежь проверяется чаще, чем старшее поколение. Потому что молодежь более информирована, у них меньше комплексов, они не боятся, они подходят, обследуются. Люди, те, которые на сегодняшний момент являются самой пораженной группой, это от 30 до 40, до 50 лет, они, к сожалению, считают до сих пор, что эта инфекция может их ни в коем случае не касаться, что они абсолютно здоровы. По словам врачей, ВИЧ уже давно перестал быть смертельной болезнью. Для ВИЧ-инфицированных людей существуют всевозможные препараты, сдерживающие болезнь. Ульяновская область в этом отношении обеспечена полностью. В настоящее время все ВИЧ-положительные люди обеспечены препараты, и каждому выдаются ежемесячно. Недостатков препаратов у нас в центре нет. Мобильная лаборатория выезжает два раза в месяц по всей территории Ульяновской области. Машина оборудована всей необходимой техникой для взятия быстрого и качественного анализа. Мы выезжаем по все районы города, ну и в область тоже. График можно посмотреть на сайте. Делается для того, чтобы максимально приблизить медицинскую помощь к населению, чтобы все желающие, кто не знает еще свой ВИЧ-статус, в течение 10 минут бесплатно, анонимно смогли узнать свой ВИЧ-статус. По вопросам консультации и обследования можно обратиться в центр СПИД по адресу проспект Нариманова, дом 11. Максим Писарев, Герман Баранов, Улправда ТВ.